Сегодня наш клуб предлагает вам ряд занятий и упражнений, как с малышом плавать в ванной. Напоминаю, температура воды 31-33 градуса. Детки, начинающие с рождения до 3 месяцев, которые не посещают еще наш бассейн, температура регулируется в индивидуальном порядке, начиная с 36 градусов и снижаем ее ниже. Берем малыша, ванна у нас готова и приступаем. Опускаем малыша, начиная с ножек в вертикальном положении. Здравствуй, 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 водичка, все ниже, ниже и ниже. Умой наше личико. Ручка у нас под грудной клеточкой, чтобы глазки блестели, чтобы щечки розовели. При этом умываем, называем ту часть тела и водичкой поливаем, чтоб смеялся роток и кусался зубок. Наши рученьки шлепаем по водичке, хватушки, наши ножки, топотушки. В головушку разумок, поливаем водичкой на головушку. И в наш ротик говорок. Покачали плавненько, вперед, назад. Делаем 3-7 таких движений. После чего переходим в положение более горизонтальное. Разминаем наши ручки. Берем ручку в районе локоточка и раскрываем ладошку в водичку. Шлепаем. По водичке шлепаем. Сильно-сильно шлепаем. Сильно-сильно шлепаем. Когда не сидим на диване. Около 10 раз стучим по водичке. Подкладываем ручку, меняем под грудь. Меняем ручку, второй ручкой также шлепаем. И еще мы шлепаем, сильно-сильно шлепаем, сильно-сильно шлепаем, когда не сидим на диване. Поворачиваем малыша плавненько на спиночку и головушкой к себе. Выводим ручки за бедра под коленки и работаем ножками. А еще мы топаем, сильно-сильно топаем. Сильно-сильно топаем, когда не сидим на диване. Топ-топ-топ-топ-топ. Чаще побежали ножки. Руки переводим на бочок. В вертикальном положении удерживаем малышей. Страхуем головушку и прыгаем. Ноги из воды полностью не достаем. А еще мы прыгаем. Вместе с мамой прыгаем. Вместе с папой прыгаем, когда не сидим на диване. Успокаиваем малыша. Покачиваниями вперед, назад и расслабляемся. А сейчас переходим к проводке ложечка. Ведущая ручка идет под подбородок к малышу, вторая рука на затылок. Шейный отдел позвоночника находится в водичке. Двигаемся ровно по ванне вперед, делаем плавный поворот. Возвращаемся назад. Повторяем вперед, назад. Делаем 5-7 таких проводок. После чего делаем зигзаг по синему морю к зеленой земле. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. На белом своем корабле. Также делаем 5-7 проводок. Деткам старше 6 месяцев, если ванна не глубокая и дети касаются ручками дна, эту проводочку делать не рекомендуем. Переходим к работе на спинке. Укладываем малыша к себе на руки. Кистьми удерживаем ножки в районе бедер, придерживая под таз. И работаем ногами. Ножки работают по водичке. Маленькие ножки бежали по дорожке. Работаем вверх-вниз. А теперь делаем шаг чуть-чуть шире. Больше ножки разводим вперед-назад. А большие ноги ходят по дороге. С
стежки, проножки, находим и бегаем, работаем. Часто, редко, быстро, медленно. Продолжаем работать на спинке. Ручки переводим плавно вдоль спины под головушку. Ушки уходят в водичку. И мы ножками подводим к водичке, к бортику. Сгибаются у деток коленки. Ягодички подтягиваем к пяточкам и говорим: толкайся, прых. Присели, толкайся, прых. После этого, малыши, прокручиваем. Говорим: мотор, мотор, мотор. Ножки в этом положении у малышей работают самостоятельно. Толкайся, ждем пружиночку маленькую, делаем, ждем, прых. Мотор, мотор, мотор. И отправляемся в плавание ровненько. Плывем, 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 плывем. Поворот. Присели. Толкайся, прых. Плывем, 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 плывем. После этого мы переходим к упражнению «Змейка». Если в этот период малыш огорчается, мы переводим его в положение на животик. Покачиваемся вперед-назад. После каждого упражнения нагрузки мы должны дать ребенку возможность отдохнуть. Малыш повернут к нам лицом. Кисти находятся под грудной клеткой, животик в воде. Говорим: плыви, 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 плыви. И делаем легкие движения с бочка на бочок. Плыви, плыви, плыви. Ножки в воде, ягодички в воде. Малыш двигается самостоятельно. Наша помощь минимальная. При этом контролируем, чтобы носик не спрятался под водичку. Плыви, 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 плыви. Можно это делать в одну сторону. Плыви, плыви, плыви. Отдохнули. Плыви, плыви, плыви. Отдохнули. Малыш находится в положении горизонтальном. Животик в воду, носик, ротик над водичкой. Переходим к блоку ныряния. Поливаем на спинку. Догоняет нас водичка. Поливает наше личико. Поливаем водичкой сверху. Говорим: ныряем. Поливай, накрывала нас волной. Самых смелых с головой. После 3-5 ныряний даем малышу возможность отдохнуть. Увеличиваем поток путем использования подручных средств. В данном случае у нас тоже 2-3 поливания на спинку. После этого на головушку смелую водичку мы ныряли. Под водичкой носик мы не закрывали. Ныряли. После ныряния обязательно малышам дать возможность отдохнуть. Массаж ежиком по спинке. Вдоль позвоночника катаем вверх-вниз. От плечика к плечику. Вверх-вниз и поясничный отдел. Поем любимую для малыша песенку. Например, катится колючий ежик. Нет ни головы, ни ножек, мне по спинке все бежит и пыхтит, 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 катится туда-сюда, мне щекотно, да-да-да. Уходи, колючий еж, в темный лес, где ты живешь. Поворачиваем малышей спинкой к себе, укладываем на ладошку. Держим. И можно сделать массаж по стопочкам. При этом также обязательно поем малышам песенку. И левую, и правую ножку обязательно разминаем. Держим малышей за бочок. Ножки находятся у нас вертикально в водичке.
поясница, также водички. Соответственно, набираем глубже ванну и вращаем. Варись, варись, кашка в маленькой чашке. Такие же движения делаем как в одну, так и в другую сторону. Движений должно быть 10-15. Варись поскорее, хлюпай веселее. И вверх-вниз двигаемся. Хлюп, хлюп, хлюп. При этом стопочки ног обязательно находятся в водичке. Плюх, плюх, плюх. Подходим к завершению нашего занятия и прощаемся с водичкой. Ладошкой левой и правой ручки поочередно похлопали по водичке. И говорим: пока-пока, водичка. Спасибо, что умыла наше личико. Опять повторяем: глазки, носик, ротик. Проводим ручкой мягенький животик. И про спинку не забыли. Попу мы благодарили, покачали. Ножки тоже нам спасибо скажут. И всем телом водички помашут. Мы сейчас все отдохнем. Плавать мы еще придем. Пока-пока, водичка. В хорошем настроении мы заканчиваем занятие. Ты умничка. Выйдя из водички, мы малыша полностью накрываем пеленочкой и промакиваем всю водичку. При этом благодарим: ты умничка, молодец. Хвалим наших деток, убираем пеленочку, берем теплое, привычное для него комфортное полотенечко, поворачиваем к себе, обнимаем и идем кормиться. Будьте здоровы!